вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу, покажу, как сделать эффект, что тень вас не повторяет. Скажите, очень круто. Лучше посмотрите мой пример. Эй, платья из H&M, она одета в Gucci. В школе я училась плохо, вечно трики. Она училась в МГУ, ЖШ рисует через ты. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наше видео, или обычная камера, и программа KineMaster, где мы это все и смонтируем. Она есть как на iPhone, так и на Android. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Я уже включила видео и снимаем видео, что мы танцуем или делаем какие-то движения. Сначала я буду записывать саму себя, а потом я буду записывать свою тень. Только уже другие движения. Я здесь удивилась, потому что тень меня не повторяет. Но это мы потом смонтируем. Теперь мы снимем движение нашей тени. Делаем совсем другие движения, так, чтобы было видно, что тень нас не повторяет. Ну вот как-то так. Вот и все, мы сняли, а теперь можно приступать к монтажу. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер 16:9, мультмедиа, все, и добавляем наше видео, которое мы сняли. Вот оно. И теперь обрезаем ненужные части. Находим ту часть, где мы танцуем, а не наша тень, и разрезаем. И вот здесь я разрежу. И теперь удаляем ненужную часть. Вот эту. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, все. И добавляем это же видео. И теперь только ищем там, где танцует наша тень, а не мы. Вот я разрезала. И теперь подставляем наш слой под наше видео. Ну вот как-то так. И в конце тоже обрежем ненужную часть. Я решила сначала в конце не удалять ненужную часть, а увеличила наш слой до нужного размера. Теперь нажимаю обрезка и обрезаем только нашу тень. Ну вот как-то так. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. А вот теперь я решила удалить ненужную часть в конце. Выделим наш слой и немножко поподстраиваем. Нажмем обрезка и тоже немножко подстроим. Включим маску и поднимем размытие кромки. Поподстраиваем так, чтобы немножко совпадало с нашими шлепками. И теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мы размыли сильно много, что видно нашу вторую тень. Поэтому нажмем обрезка и немного размытия кромки опустим.
Ну вот где-то до 12. Ну и давайте немножко поподстраиваем. Вот я подстроила, теперь смотрим. Выделяем слой, нажимаем обрезка, форма, и я выберу кружочек, чтобы особо не было видно перехода. Нажимаем на галочку. Давайте посмотрим. Вау, получилось очень круто. Теперь выделяем наше видео. Нажимаем на настройки и поднимаем нашу яркость. Нажимаем на галочку. Также делаем со слоем. Настройки и поднимаем яркость. Нажимаем на галочку. Ну давайте посмотрим. Вау, получилось очень круто. Поэтому мы нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу «Экспорт», «Пропустить» и подождем, пока наше видео экспортируется. Вот и все, наше видео сохранилось. Вау, у тебя очень круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня лайкосик. И смотрим видео второго лайкера. Вау, у тебя нереально круто получилось. Продолжай в том же духе. От меня огромный лайк. На этом все. Я думаю, видео вам очень понравилось. И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег «Снежана Снежок» и хэштег «Хочу видео Снежаны». Я вас найду и лайк.